Привет! С вами Дима и Женя. И сегодня мы расскажем вам интересные новости в сфере виртуальной реальности. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, где поймать рыбу своей мечты, как не снимать видео 360 и какое событие готовит для нас Питер. Культурная столица примет всех любителей и профессионалов виртуальной сферы на выставке Unreal Fest. Это будет первый в России фестиваль, посвященный данной теме. Участников ожидают новинки, общение с ведущими игроками рынка, а также вкусняшки, фуршеты и автопати. Если вы хотите попасть на Unreal Fest, успейте оформить заявку на сайте. Такие выставки, кстати, часто происходят в Сан-Франциско. Недавно на форуме разработчиков виртуальной реальности компания Intel показала миру совершенный шлем. Его зовут Project Alloy. Он работает автономно, управляется легким движением рук, без контроллеров и защищает пользователя от столкновения с реальными предметами. Создатели заявили, что придумали его, глядя на ошибки конкурентов. Хитрые какие. Сколько будет стоить идеальный шлем, пока неизвестно. Если у вас пока нет совершенного шлема, но в скором времени появится консоль PlayStation VR, то не проходите мимо новой игры Batman Arkham VR. На нее уже начался предзаказ. Она будет доступна в октябре, как и приставка. Но некоторые уже попробовали игру на выставке Comic-Con. Отпад. Стоит отпад $20 и явно понравится фанатам Человека-мыши. Ну а тем, кто мышам предпочитает рыбу, придется по душе новая игра Bait для Gear VR. В переводе, судя по всему, она означает «приманка». Вы правильно поняли, это рыбалка. Только без червей, комаров и плохой погоды. Зато улов на любой вкус и цвет. Игрушка довольно популярна, ее уже скачали 700 тысяч раз. Наверное, большую часть кликов сделали жены заядлых рыбаков. Не забыли разработчики виртуальных технологий и про детишек. Китайский инженер Хуанг Жилонг придумал для дочери девайс, чтобы она от него отстала. Дочка задает мне слишком много вопросов. Папа, а почему это вот так, а не вот так? А что это такое? Несчастный папаша так устал от почемучки, что создал зеркало дополненной реальности Мирафе. Наводишь его на предмет, и оно выдает ребенку полное досье об окружающем мире. Теперь жираф дополненной реальности – лучший друг ребенка. Многие родители уже подали заявку на гаджет. Ну а пока жираф учит детей, не дремлет и Академия YouTube. Блогеры несут в массы премудрости съемки 360, а точнее рассказывают, что нельзя делать, когда попала в руки модная камера. Судя по видео, надо опасаться швов склейки. Надеюсь, вы знаете, что это. А также правильно выбрать ракурс, не трясти камеру и, главное, не снимать только свое лицо. В общем, это очень ценная информация. Это были все новости виртуальные, дополненные и самые лучшие реальности на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в хорошем настроении. Всем пока!